супер классный день. Мама с папой нам сделали много сюрпризов. Мои будут желтые, а эти красные. Мы будем открывать их по очереди. И будет очень много сюрпризов. Хорошо. Открываем. Я открою вот этот сюрприз. Интересно, что же там будет? Что это? Как мне интересно посмотреть, что там. Круто! Это приколы! Это не тонущий сахар. Вот, посмотри. Это разные приколы. Пепельяшки. Муха войду. Не бойтесь, это не живая муха. Теперь Ликуся открывает. Лика, давай помогу. Снимаем. Сейчас откроем. Лика, давай. Смотри, что там. Это инструменты. Вау, это инструменты. Маша и с медведем. Круто. Покажи, покажи, Ликуся. Класс, будем веселиться. Будем играть. Приходите ко мне на концерт. Класс, будем веселиться. А теперь я раскрою. Ух ты, какой-то большой сюрприз. Там уже он весь этот сюрприз прямо выходит из своей упаковки. Круто, это человек-паук. Интересно, что он делает? Круто, круто, круто. Что он делает, интересно? Он с паутиной. Круто, круто, посмотрите. Он говорит. Там есть кнопка? Вау, он говорит, ехе. Посмотрите, какой он крутой! У него паутина крутится! Круто! Он какое-то интересное слово говорит. Он говорит «Ехе!» Мальчик, ты я сыграю? Да, Лика, я все! Это маракас! Это нет, это не маракас! Это, наверное, это микрофон! Это микрофон! Круто! Кто-то день! Лика, да, давай я тебе его включу. Вот. Там звери. Ой, круто! Лика. Там зверюшки сверху нарисованы. Смотри, какие зверюшки. Круто! Там надо переключить, наверное, на кнопочку. Лика, а может туда надо говорить? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Круто, Лика, попробуй. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Круто, Лика, тут еще есть. Вот. Прикольно, вот, посмотрите, какой микрофончик. Теперь какой. Хорошо, Лика, спасибо. Все, я открываю. Это наверное, это же шпионские часы. Круто. Вот, посмотрите. Лика, теперь ты открываешь. Я вот эти открываю. Пони, пони, пони. Это же пони. Пони моя. Круто. Пони. Это пони, посмотрите. Вот желтенькая пони и заколочка. Класс. My little pony. Теперь я открываю. Вот это открою. Это же Лего фараон. Вот, посмотрите, вот это Лего фараон. Мари, теперь я тебя, Мари. Прикольно, тебя, да. Тебя. Ты открываешь. О, там выпечися. Это, наверное, это же... Выпечися, надеваю. Это же, это принцесса София. Выпечися, София. На рукавнике. На рукавнички, чтобы плавать. Да. На речке и на море будем плавать. Вот. Давайте посмотрим, какие они там плавают. Да, открывать их. Открывать их будем? Ну, давай откроем, посмотрим. Давай, Лика, я тебе помогу раскрыть тут. Тут скотч, Лика. Да. У меня скотч. О, да. Наклейки! Вот, посмотри.
смотрите, тут на рукавнике. Два нарукавника принцесса София. О, еще есть записки. А теперь, Лика, я открываю. Ой, нарукавники, мама, надуй их. Надуем, потом надуем обязательно. Я открываю. Ух ты, это же фоторамка. Посмотрите. Вот фоторамка. Фоторамочка «Космос». Будем делать фоторамку тут своими руками. Есть. Там две и фоторамочка «Сафари». Марик, да, круто. Космическая и со зверюшками. И приятную. Да, Лика, открывай. Давай я помогу тебе. И что это интересно? Это же пони! Лика, вот. Класс, розовенькая, маленькая пони. А вот это еще и с крылышками. Я лечу. Все, Лика, теперь я открываю. Да. Так, интересно же, что же тут будет? Это Лего. Не просто Лего, а Лего Ниндзяго. Подожди, вот, Лекуся, подожди. Смотрите, Лего Ниндзяго. Тут есть целый набор. Конечно, Лика. Это сумочка. Да, какая красивая. Покажи, какая сумочка. Вот, посмотрите. Сумочка для настоящих принцесс со звездочкой. Красивая. У меня осталось два сюрприза. Вот. У меня тоже. Вот сумочка. А теперь я открываю. Какой маленький сюрприз. Нет, он не маленький. Это же, наверное, шар Бэймакс. Он не маленький, а... Он же гигантский шар Бэймакс. Вот его голова. Прикольно. О, какой. Классный. Мы потом его надуем и покажем, какой он классный. Да, смотри. Смотри. Ух ты. Наверное. Лика, как ты думаешь, что это? А типа там... А вот сейчас... Есть шой. Там шой. Покажи, соль разноцветная. Да. Это не соль, это песочек такой разноцветный. Песочек. Будем делать картину. Интересно, какой же у меня сюрприз? Что же это? Это что-то желтое и с голубым. Тоже какой-то это язык. Меньше. Какие-то глаза. Это же... Миньон. Это же тоже миньонша. Какой огромный. Я не могу его поднять. Миньонище целый. Тебе я. Давай, Лика. Интересно же, какой твой сюрприз. Вот, Лика, девочка. Это, наверное... Что это, Лика? Маша, Лика, Лика. Это посудка Маша и Медведь, Лика. Машенька и Медведь. Покажи, Лекуся. Покажи. Вот. Вот такие сюрпризы мама и папа нам подготовили. Мама и папа, очень спасибо вам. Пожалуйста. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. И пишите добрые комментарии. Пока-пока. Подписывайтесь. Пока-пока.